скульптор, монументалист, педагог и обладатель наград самой высокой степени. Анатолий Глебович Неверов родился в Нижнем Тагиле, учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени Веры Мухиной и был в числе лучших студентов. В юбилейной экспозиции выставки представлены 5 произведений автора, выполненные в разные годы. В станковой скульптуре Анатолий Глебович уделяет внимание портретам. Это рабочие, поэты и писатели, родные и близкие. В его творчестве самое главное – это личность человека. У художника есть серия работ, посвященных поэтам. Для лепки он выбирал людей с нелегкой судьбой, которые творили на надрыве. Тяжка судьба поэтов всей земли, но горше всех судьба моей России. Это сказал Кахельбекер о поэзии и о поэтах. Так вот, действительно, тяжка судьба. Помимо портретных образов, автор создает сюжетные композиции. Станковая, монументальная скульптура, медальерное искусство – все это подвластно Анатолию Неверову. Тагильчанам знакомы его памятники – воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, первым комсомольцам города, строителям, ушедшим на фронт, воинам-интернационалистам. Мы выросли среди этих памятников. Выросли, почему? Потому что, по сути, я сегодня уже, обращаясь к нему, сказал, он в определенной степени художественный такой летописец нашей истории, истории города, и Урала, и России. Это правда. С каждым из этих памятников связана очень большая и важная составляющая часть нашей истории, биографии. Чтобы поздравить Анатолия Глебовича Неверова с 80-летием, выстроилась буквально целая очередь из друзей, коллег, близких и родных. Было сказано много теплых слов о нем не только как о талантливом скульпторе, но и как о прекрасном семьянине, педагоге и просто душевном человеке. Анатолий Глебович – это очень легендарная личность для нашего города. Он оставил огромный вклад. Он был председателем Союза художников. Юбилейную выставку Анатолия Неверова можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств до 17 мая.